применить полученные теоретические знания на практике и улучшить понимание учащимися смысла основных научных понятий и законов физики, взаимосвязи между ними. Также современной целью было развить ребят навыки командной работы из-за его доступности и удобства. Почему именно мельница? Первая причина – это ты, вторая – все твои чьи. На мельницу из-за ее разноплановости. То есть можно показать много различных физических явлений и законов на одном макете. Следующая причина – простота. Она довольно легка и удобна в построении и проектировании. Также важен исторический аспект. Издревле человек пытался облегчить себе жизнь различными механизмами и устройствами. Так, например, ветряная мельница использовалась для перемолки зерна, о чем все и так прекрасно знают. Так сказать, решили выбрать проверенный вариант. В том числе была важна наглядность, поэтому мельница показалась нам лучшим вариантом. Ну и последняя командная работа. У мельницы много составных частей, соответственно, можно удобно распределить работу между большим количеством людей. Итак, перейдем к внешнему устройству. Обтекаемый корпус, для увеличения которой... Небольшие размеры, наглядности и удобства. Особые лопасти, которые создают лифтовой объект, а также они расположены под особым углом, что еще повышает эффективность машинки. И также формы. Как вы можете заметить, корпус расписан физическими формулами, которые мы используем для проектирования мельницы. Перейдем к внутреннему устройству. В нашей мельнице совмещены два механизма. Первичная обработка зерен и вторичная. Верхний механизм занимается грубой обработкой, то есть выделяет шелуху. Второй механизм перемалывает зерна уже в муку. Механизм выполнен из картона из-за легкодоступности и удобности действия с этим картоном. Такой механизм не отличается надежностью, я думаю, это всем понятно, но для наглядности он идеален. Ну и подводя итог, можно сказать, что наш проект идеален для показа простейших физических механизмов. А чтобы вам всем было все еще понятнее, мы вам покажем небольшое видео, в котором вам все будет еще понятнее. Спасибо.
Никитина Лева. Косая Егор. Королева Алиса. Сашно Соня. Маша Конюхова. Мурец Гриша. Давыдов Дима. Мурец Федя. Дмитриша Гоша. Лёха Егор. Погорошка Артём. Ретинкина Света. Копылова Варя. Петрова Алёна. Жукова Стефа. Спасибо большое, что помогал. Это благодаря вам в том числе было сделано.